Это сросток кристаллов кианита. Борисовские сопки. Южный вал. Ну, это образец. Может быть, не такой он красивый, но, собственно, это история уже. Коп Семёнинская, Адуй, Средний Урал. Это дымчатый кварц, слюда. Видите шпат? Это точно занурный шпат. Вот еще кристалл дымчатого кварца. Слюдой, да, весь прямо покрыт. Вот видно, он поблескивает шпат. А вообще адуйские кварцы неприятные, такой чайного темного цвета. Очень симпатичные камни. Ну, это тоже интересный образец. Лабрадорит. Видите, как играет. Интересный камень. Но это солнечный камень, Южный Урал. Вот можно заметить желтые точки, блестящие. Вот с этой стороны тоже. Его, если правильно разрезать, то можно очень интересный образец получить. Это Забайкалье. Ну, это кварц аметистовый. Тоже. Забайкалье. Вот здесь вот граньки еще две есть. Но, в общем-то, кристалл нарушен. Поэтому и говорю, аметистовидный кварц. Красивый цвет. Вот неплохой образец граната. Вот какой размер. Гора Копанная, Сесерский район. Урал тоже. Средний. Неплохой образец. Ну, это кахолонг. Оренбуржье. Беленький какой. Ну, это черный турмалин Шерл кварца. Урал. Видите, тут сколько нашпиговано турмалинчиков.
Это тоже сростки черного турмалина. Это уже с Урала. Роговая обманка. Урал. Ну, это дровит убит. Собственно, тоже история. Жилы как таковой уже и нет. Это липовка. Средний Урал. Главный карьер. Крезоберила здесь не видно, но вот эти вот граньки дровита увита, их видно. Копий как таковой уже нет. Жила называлась дровит увитовая. Она описана хорошо в минералогическом сборнике. Это один из последних образцов. Ну, это два кристалла кварца с хлоритом. Уже издалека, Забайкалье. Это образец копий гранатовой Костоусова. Гранат в кварце. На сбор этого года. Ну, это образец Южного Урала. Из-под мяса. Корунд в пигматите. Ну, это коптопазница, Адуй, Средний Урал. Видите, сросток трех кристаллов полевого шпата. Это апатит. Город Снежинск. Это кристаллы крокоита на породе. Вот черненькое на поверхности, возможно, вакалинит. Первомайское, Зверевское месторождение. Ну вот, собственно, друзья, вот эти образцы будут по ссылке. Посылка будет разыграна среди тех, кто подписан на канал Владимир Маковецкий. Пробуйте. Образцы, конечно, не выдающиеся, рядовые. Ну, как говорят, на халяву и уксус сладкий. Пробуйте.